Всем привет! Меня зовут Алексей, я являюсь тренером компании Vivo. Совсем недавно компания Vivo представила линейку новых смартфонов X50. Она представлена двумя моделями X50 и X50 Pro. Модель X50 представлена в двух цветах, это черное зеркало и небесно-голубой. X50 Pro представлена в единственном цвете, это серая сталь. В смартфоне Vivo X50 установлен процессор Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной без возможности установки флеш-карты. Vivo X50 Pro имеет на борту процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и также не имеет слота расширения памяти. Оба смартфона с легкостью тянут любые производительные игры. В телефонах установлены емкие аккумуляторы. X50 имеет 4200 мАч, в то время как Pro-версия 4315. Главной отличительной особенностью данной серии являются их камеры. Оба телефона линейки X50 имеют квадрокамеру. Vivo X50 имеет 48-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельный портретный модуль, благодаря которому мы получаем 20-кратный гибридный зум, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 5-мегапиксельный макромодуль. X50 Pro имеет 48-мегапиксельный основной модуль с продвинутой системой стабилизации Gimbal, 13-мегапиксельный портретный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный, при этом еще и макромодуль, и 8-мегапиксельный перископический модуль для 5-кратного оптического приближения и 60-кратным гибридным зумом. Если говорить проще о технологии Gimbal, мы имеем камеру, установленную на магнитном подвесе. При повороте телефона направо камера поворачивается влево, благодаря чему картинка остается неподвижной. Благодаря технологии Gimbal мы имеем режим суперстабилизации. Любителям селфи понравится фронтальная камера на 32 мегапикселя, расположенная в левом верхнем углу дисплея. При включении функции ночного режима камера телефона захватывает гораздо больше света, благодаря чему ваши снимки в ночное время получатся более качественными и четкими. Оба телефона имеют Super AMOLED матрицу, X50 имеет плоский дисплей, в то время как у Pro-версии края изогнуты. Преимуществом Super AMOLED технологии является то, что картинку на дисплее видно даже под прямыми солнечными лучами. В линейке X50 установлены выделенные аудиочипы. При этом меломаны особенно оценят наличие Hi-Fi чипов Pro-версии. Оба телефона имеют 33-ваттную быструю зарядку, при этом Pro-версия заряжается до 57% всего за 30 минут. Частота обновления дисплеев X50 серии составляет 90 Гц. В играх вы получаете более стабильную картинку во время динамичных сцен. Также в телефонах линейки X50 частота обновления сенсора составляет 180 Гц. Проще говоря, вы получаете преимущество перед другими игроками в экшен-играх благодаря более быстрому срабатыванию вашего сенсора. Если вы любите снимать видео, то функция автофокусировки движения в X50 Pro создана специально для вас. Данная функция позволяет фокусироваться на движущихся объектах в кадре по телу, лицу, глазам в зависимости от расстояния. Смартфоны X50 серии получились функциональными и технологичными, при этом имея современный стильный дизайн. Спасибо за внимание, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если хотите больше обзоров наших смартфонов.